Большой привет гостям и подписчикам канала «Феерия вкуса. Рецепты». Такой бюджетный рецепт бутербродов с помидорами готовлю на каждый день. А однажды удивила ими гостей на праздничном столе. Да так, что все просили рецепт. Если хотите радовать семью вкусной едой, подписывайтесь на мой канал. Жмите палец вверх и делитесь видео с друзьями. Небольшой кусочек батона багета, который остался от недавних праздничных посиделок, режу на средние ломтики. Слишком тонко, резать не стоит. Позже расскажу почему. Беру стопку. Думаю, такая найдется на кухне у каждой хозяйки. И придавливаю ею мякоть каждого кусочка ко дну. Получаются такие себе хлебные мини-тарелочки. Затем понадобится пару помидорок. Режу их кружочками. Как видите, у нас, как всегда, сапожник без сапог. Это я имею в виду, что нож тупой. Все никак не отдам ножи мужу на заточку. Напишите, а у вас так же с ножами? 2 яйца, сваренных вкрутую, режу кубиком. Обычно яйца вкрутую варю около 10 минут. Также их можно натереть на терке. Отправляю яйца в тарелку. Добавляю перца и соли. В принципе, можно добавить абсолютно любые понравившиеся приправы. И заливаю начинку майонезом. Буквально пару столовых ложек. Или же можно использовать сметану, как ПП-вариант на маске для бутербродов. Накладываю начинку на кусочки багета. Сверху кладу кусочек помидора. Так поступаю со всеми кусочками. Несмотря на доступность и бюджетность этих бутербродов с помидорами и майонезом, получаются они очень вкусными. Это отличный вариант для закуски. После них нет чувства тяжести в желудке. Если понравился рецепт бутербродов с помидорами и яйцом, подписывайся на канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы всегда узнавать первым о новых и вкусных рецептах. Всем отличного настроения и приятного аппетита!